Приветствую вас на канале AsmodayPlay. Мы продолжаем играть в BioShock. Так, какие-то у нас изменения здесь. Нет, куда-то сюда надо. Тихо. Все. Разобрались с ней. Хотя я в прошлый раз откуда же? Откуда я наблюдал за тобой? Отсюда. Нет, не отсюда. Так. Поменять генные. Пока не надо. Так, слушаем. Касательно твоего отзыва на последнее оскорбление музыкального вкуса авторства Анны Калпеппер. В восторге достаточно, талант. Неужели ты думаешь, что я могу сейчас встречаться со зрителями, когда я готовлюсь? Это немыслимо. Ладно. Так. В конвертировать предметы, в взломать. Взламываем. Так, ой-ой. Так. Куда? Где? Вот сюда. Потом отвернуть ее надо. Это подстава. Ее надо было посюда вести сразу. Это подстава. Это... Кстати, что мне комментировать? Мне ничего и не надо. Вот и все, я, значит, ничего и не буду делать. Ладно, зашли, посмотрели. Вы выказали свое почтение непочтенным. Не туда, да? Я что-то не догоняю. Ну-ка, давайте-ка. Касательно твоего отзыва на последнее оскорбление музыкального вкуса авторства Анны Калпеппер. В восторге достаточно талантов, и почему ты продолжаешь тратить газетную бумагу на эту бездарность? Это выше моего. Там, где она не вторична, она попросту скучна. Там, где она не скучна, она слишком предсказуема. Где она непредсказуема, она опасна. Как ее открыть? Как тебя открыть? Мне просто нужна была компания! Не усложняй все, ангел! Я просто хочу поговорить! Еще кто? Кто еще? Ангел. Непонятно.
пока вы оттуда прибежали. Так, ну я же здесь был. Этот козел не хочет разговаривать. Открыть дверь я не могу. Хотя подождите, давайте вот так кое-что попробуем. Так. А хрен там. Нет, нет. Конвектирует мне нечего. Неплохо я играю. Оказывается, у меня есть талант. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Поехали. Нет, нет, нет! Да-да-да. Прошу вас. Тихо. Проси. Вот так вот. Вот. Вот так к нему надо попасть было. И еще раз, юный Фицпатрик. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой. Это какой-то безумный. Безумный. Коин, ты чокнутый псих! Выпусти меня отсюда! Лети сюда, мотылек. Жизнь. Смерть. Долг художника — это уловить. Не понимаю. И теперь у тебя есть Фицпатрик, уловленный в момент своей славы. У тебя, похоже, верный глаз, мотылёк. У меня хороший глаз. Иди в Атриум и помести его фотографию в мой шедевр. Это станет началом нашего сотрудничества. Хорошо, сейчас подожди минутку. Так. Подожди, я сначала на сцену хочу зайти. На сцену. Чтобы... Кайл. Кайл. Что, нету на сцене ничего? Два зрителя. Блин, ну блин. Ладно. Кто в тюремочке живет? Это я где? Ага. Так, понятно. Автоблог. Разделался с ним. А я пока. Блин, а что-то понять не могу. Ничего, ее самому уничтожать, что ли, сейчас? А нет, смотрите-ка. Справилась. Так, что-то подмету здесь все. Что еще есть? Так. Ой, ой. Уж ты, уж там, мать-то, взлом опять. Начали.
Раньше мне это удовольствие приносило, а сейчас что-то разочарование. Вот. Вот так. Вот так. Так. Наверх как? Где наверх-то? Наверх-то есть что? Позамутить-то. Вот она, наверх. Потом вниз. Вот сюда. Такая вот прямая нахрен. Вот такая вот. Все. Так реагирует на движение. А интересно, на мои движения тоже будет реагировать? Как-то не хочется проверять на себе свое же оружие. А я здесь был. Ага, вот. Я знаю, зачем ты здесь, мотылек. У тебя свой холст, и ты хочешь писать по нему кровью человека, которого я любил. Да, я отправлю тебя к Райну, но сперва ты должен стать частью моего шедевра. Ступай в Атриум. И побыстрее! Моя музыка призна и непостоянна. Так. Видишь, когда я обращусь в прах, вот на что они станут указывать. На мой квадриптих, мой шедевр. Давай, блин, не бойся, прикоснись к нему. Кому прикоснуться? Я никому прикасаться не смею. На тебе! Блин. Вот орган мутанта-паука. Он мне нужен? Орган мутанта-паука. Так. Что тут есть? Ничего, что могло бы меня порадовать и заинтересовать. Избавленный от всех пороков и недостатков. И вот чудесные новости. Это и есть миг созидания. Там снаружи есть три человека. Все мои бывшие ученики. Вот так. И всех их объединяет одно. Предательство. Отыщи их, мотылек. И обессмертим смертность в моем квадриптихе. Ступай. Как только они получат свою награду, ты тоже будешь вознагражден. И отправишься к Райну. Хорошо. Он не пришел. Опять. Второй раз за неделю. С тех самых пор, как мое лицо. Штайнман надо мной поработал. Двери в Посейдон Плаза теперь открыты для тебя, мой мотылек. Я бы еще знал бы, где твой Посейдон Плаза. А. Позволь мне отдернуть занавес. Да ради бога. Дергай. Ай-яй-яй-яй. Девочки. Хрен там. Так. Ну ладно, что теперь? Генетически мне поменять ничего не надо. Пойдем. А почему мне вот именно такое вот оружие дали? Болты с остальным. Наконечник. Подожди, это какое? Я вижу, как ты дышишь. Я просто смотрел и выжидал. И когда они начинали дергаться, я
сам, тогда нарасти себе лед на сердце. А потом придет снеговик, малыш Сандер. Придет чертов снеговик. Понятно. Смотрим, что тут имеется. Неплохо, неплохо. Так. Где-то тут что-то видел. Где-то тут что-то видел. Даешь твою мать-то. Тут жопа ни к чему не повернуться. Там вход, там вход. Это что-то, ага. Это что? Это все люди, так. И в чем я с тебя? Давай, давай. Вот так. Ага. Подожди минутку. Так. Если я тебя разломаю, с тебя что-нибудь получу? Ни хрена. Надо растапливать вас, да? Кто это так по мне? Кажется, старый маразматик наконец-то кого-то послал. Сукин сын бросил меня замерзать. У меня тут поза как раз для тебя. Так, это что, это должно быть по сюжету или что? Или это где я? Давай-ка назад, я что-то так не понял маленько, это так должно быть по сюжету или... Или так не должно быть по сюжету? Ага, это по сюжету должно быть. Все, понял. Кажется, старый маразматик наконец-то кого-то по сукин сын бросил меня замерзать. У меня тут поза как раз для тебя. Да быть не может. Так. Нет. И эти-то все. Даже не знаю, нужны они мне, не нужны. Нужны, не нужны. Ладно, сейчас посмотрим. Если сделать так, нет. Осколочная, не та. Вот, мина реагирующая на движение. Сделал, не то нажал. Так. Не то. Вот это.
Сейчас поменяем. Всех врагов в морозилку с помощью длинного поля. И помести снимок в квадрипте. Так. Я чувствую себя как мамочка на сносях. Так, вы получаете меньший урон от холода и можете замораживать врагов, ударяя их гаечным ключом. Даже не знаю, давай-ка сюда тогда. Так, это мои бомбы, да? Взламывал. Нет, пункт. Так, разворачивать. Разворачиваем сразу же. У нас только один путь. Где он? Только вперед. Разум зовет. У нас нету здесь. Это обман, обман, надо было сразу так. Ну вот, кстати, пришел. А, на меня они не действуют. Смотрите. Это прелестно. Так, правда, одна мина осталась. Где-то, я помню, были мины. Аптечка. Так. Почему на меня светится-то? А я крутой, круто видеть стал. Так, наводящийся на ТПО. Да, вот осколочные гранаты. Их у меня пока хватает. Ну и что, я так думаю, можно продвигаться вперед, вот в ту дверку. У меня какой-то... сфотографируйте труп. А, о! Вот почему он светится-то. Все. Сфоткали труп. Все? Да. А теперь помести фото в рамку. Посмотрим, что тут у нас. Пойдем, поместим. Надеюсь, никто... Хотят, если телепортироваться, то да. Так. Это я где? А мне же пока не сюда. Это что было? Ты чего это? Вандализм серьезный. Нет. Помните, вандалы-паразиты. Вандализм серьезное преступление. Помните, вандалы-паразиты. Ну что, мне ждать? Что у меня там? Давай защищай меня. Кто, наши победили? Ну, пойдем.
тихо. Подожди. Где тут? Я прям слышу вот их, Как написано в книге. Хорошо, улыбайся и убивайся на каждое злополетие. Так. Что ты мне еще предложишь? Спокойно. Я в каком-то веке тут. Правильно. Где он? Мистер Бабблс. Я люблю собирать Адам. С ним я особенный. Сколько их? Три. Я как где-то особенный-то. А, вот она ты. Подожди. Не беспокойся, я только фотографирую. Ух ты. Урон увеличен. Громила зима для бронебойных патронов. Это знаю. Вас можно фотографировать вас двое. Так хорошо, что вы парой ходите. Давай. Так, если у вашего противника в руках гаечный ключ, вы можете рассчитывать на победу в драке. Установите новый гаечный ключ и держите за прошлой модель. Обновите оружие прямо сейчас. Так, повышает урон от гаечного ключа. Блин. Быстрее, мистер Би. Подожди. Ждут наших поцелуев. Сейчас я... поцелую и устрою его. Я не буду его потрогать. Так, тихо. Нет. Я тебя долго ждал. Нет, нет, нет. Да. Долго я тебя ждал. Наконец-то дождался. Все, беги. Малышкам никто никогда не делал добра, кроме меня. Но какой от меня прок? Ты подарил им надежду. И за это я благодарна. Я кое-что передам тебе в знак благодарности. Передавай. Малышка? Пора спать, мистер Би. Беги. Так. А где можно подобрать-то твою благодарность? Что это? Вандализм — серьезное преступление. Помните,
Вандалы в парке. Вандализм – серьезное преступление. Помните, вандалы – паразиты. Так, заметно загипнозировать папочку на гипноз для большей папочки 2. Ну, это хорошо. Так, ячейка физического. Так, вот, ячейка инженерного. Конечно. Так, ячейка инженерного. Конечно. Улучшение здоровья. Так, ячейка боевого тоника. Конечно. Так, это мне... Так, улучшение Евы, электроразряд. Два. Ну, то не... Зимняя стужа. А сжечь. Так, недостаточно денег для приобретения. А что-нибудь есть? Так, накопитель Евы. Эх. Так. Акустический удар, это мне не надо. А что я сделал-то? Да, чего не надо мне переписывать тут? О. Я подожду. Я не спешу. Площадь Посейдона. Мэри, что ты вдруг загрустил? Никак не могу разобраться в своих чувствах. Так, а что мне надо сделать? Так, труп сфотографируй, вернитесь в атриум и поместите снимок в шедевр Коэна. А, все, понял куда. Это вот. Вот сюда надо. Все сходится. Но всегда будут молодые. Ты же не собираешься, Антон. Я всегда терпеть не мог молодых. Ну? Блядь, не могу, чего он гадит ее? Эти адамантии или чего там у меня нету для вас. Так. Использовать. А, вот еще. Подарки для меня. Аптечки. Что надо сделать-то? Не понимаю. Так. Коэн хочет, чтобы вы убили Сиваса Кобба ради его шедевра. Кобб любит слоняться по магазину Восторг Рекордс на верхнем уровне площади Посейдона. Наверху. Вы раньше слышите его, чем увидите. Это большой. Так, ладно. Что это? Помощник Посейдона. Так. Здесь он должен слоняться-то или где? Так. Площадь Посейдона. Так, дальше. Коктейль. Так. Замерзшие туннели. Спиртные. Синклера. Театр Холл Флирт. Станция Нижний Атриум.
Вообще не понимаю, где тебя искать так. Физическое, что у нас здесь? Всякий раз, когда вы взламываете, вам добавляется немного здоровья Евы. Так. Ее аптечка первой помощи также дает вам большее количество Евы. Так, это что? Благодаря закускам и повязкам. Так. А здесь у нас что? Торговый эксперт. Но тут в основном у меня взломы везде стоят. На 1-3. Так, при загрузке меньше на 2 деления при взломе. Так. Боевые. Вот навыки. Что там я? Вы получаете меньше урон от холода и можете замораживать врагов. Так. Вообще-то давай гаечный ключ. Или как, или на 4 надо. Вот так. Поменяли. Это гаечный ключ у меня. Фотоглаз увеличивает очки за исследование сделанных фотографий. Понятно, еще и гаечным ключом надо размахивать почаще. Ну, с этими у меня все вроде как в порядке. Гипноз для большого. Понятно. Папа. Ты все еще меня не пускаешь? Только посмей надо мной засмеяться. Да пошел ты. О, о, вот что взламывать надо. Что, по мне стрелял, что ли? Я знаю, что ты здесь. Не знаю. Я что, против, что ли? А? Все. Да он лезет. Я не прочь подраться. Блин, и там делать нечего. Где тебе искать? Мэри, что ты вдруг загрустила? Никак не могу разобраться в своих чувствах насчет этих маленьких сестричек. Площадь Посейдона, а мне надо где? По магазину, у вас тут так... Как хочет убить, так ради его шедевра любит слоняться по магазину Восторг Рекордс на верхнем уровне площади Посейдона. Восторг Рекордс. Так. А где вот Восторг Рекордс? Так. Ну, пойдемте искать. Маленькие сестрички. Эй, разве ты не знаешь, что на них держится все в Восторге? Правда? Райан Индустрис следит, чтобы они жили привилегированно, пока выполняют свою работу, благодаря которой мы избавлены от бандитов. Поверь. Восторг Рекордс. Так. Площадь Посейдона все еще. А что ты на меня? Что-то изменилось. У меня изменились последовательности. Надо их поменять местами.
А где можно поменять местами? Ой, тут так неудобно. Где тут местами меняется-то? Атлас, друг паразит. Да тихо ты, друг паразит. Мутант маг. Билеты, какой-то театр. Нет, нет, нет. Пленка, картофельные чипсы. Ничего, что меня интересовало. Кто это? Это он? Почему меня оборвали? Почему? Узнаешь меня? Ну, узнал. И чё, чё тебе додало тут? А в театре ничего уже нету. Так вот тоже можно, да? Понятно. Я не знал. Так. Что еще тут имеется? Закрыто, да? Все, уходим из театра. Уходим из театра. Лифт. А зачем мне лифт? Что-то я совсем запутал. Запутали мишки, запутали. Где тут выход-то? Нет, не сюда. Вот сюда. Я потуда выходил. Отсюда. Опа, опаньки. И опатушеньки. Ой. Блин, смотрим на карту. Это кто? Сад собирателей? Торговый автомат? Вот генный банк, он где-то позади меня вот. На первом этаже, наверное. Так, а я вот здесь еще нету. Вот. По порядочку. По порядочку. Что у нас тут? Электричество. Поменять. Ну, я хочу поменять их местами. Почему я не могу менять местами?
тебя поимели. Мы тебя поимели. Плохой человек, но я-то плохой. Что? Блин, опять зло. Как раньше радости приносили, теперь одно горе и разочарование. Начать. Так. Ой-ой-ой. Ой. Ой. Нет, это надо вот так вот делать. Потом вот так. Потом вот так. И вот так. Что мы там взяли? Что мы там взяли? А, точно, вот посюда я, опа, это сделал. Так. Что-то мне там не нравится. Не то. Что? Так, картечь. Зажигательный болт, мины. Ну давай вот мин возьмем. Патроны для автомата. Так это что? Качественные ликеры и табак. Но мне, по-моему, не сюда. Ну ладно, об этом мы узнаем в следующем видео. А пока подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока.